Всем привет, друзья, с вами Ник37К, и сегодня я буду выполнять ваши задания в Чикенгане. Вы накидали очень много заданий, и сегодня я буду их выполнять. Поэтому давайте начнем, а перед началом подпишитесь на мой телеграм-канал. Первое задание — это выбраться из клетки за 25 секунд. Что ж, давайте попробуем. Итак, ребята, я уже в клетке, поэтому давайте начнем. Итак, ребята, я выбрался за 4 секунды и 64 миллисекунды, поэтому переходим к следующему заданию. Сделай текстурпак для ЧГ. Вот он. Сделай минный дом двухэтажный. Давайте сделаем. Так, ребята, давайте сделаем дом из мин. Погнали. Итак, ребята, вот я и сделал дом из мин. К сожалению, не двухэтажный, так как на двухэтажный у меня не было времени. И поэтому я сделал вот такой вот миниатюрный домик из мин, но он, в принципе, тоже очень прикольный, поэтому давайте перейдем к следующему заданию. Притворись новичком и попроси научить играть. Что ж, давайте попробуем. Итак, ребята, вот я в скине новичка и в другом никнейме, давайте пойдем на мирные сервера. Итак, ребята, вот я и в игре, и давайте прямо сейчас будем просить игроков учить нас играть. Так, давайте напишем «Привет, я тут новенький». Так, давайте выйду. Научите играть. Так, ребята, давайте. Так, ребята, но они пока молчат, и поэтому давайте напишем еще раз. Так, давайте еще раз напишем. Научите играть. Так, научите ПЖ играть. Все, ребята. И давайте подождем, ответит мне или нет. Но пока мне никто не отвечает, ребята. Так, и меня начинают тупо кикать. Давайте зайдем на другой сервер. Итак, ребята, вот я и на другом сервере, давайте попросим игроков научить играть. Так, давайте. Привет, я тут новенький. Пишем те же самые сообщения и попросим их научить меня играть. Так, научите ПЖ играть. Все, ребята, и они начинают ко мне уже идти. Мне эту игру посоветовал друг. Давайте специально будем так писать, чтобы они подумали, что я не обманываю их. Так, ребята, ко мне уже бежит черный пластилин какой-то, и, наверное, он и будет учить меня играть. Да, ребята, он, походу, и будет учить меня играть. И давайте посмотрим, что он будет писать. Видишь кнопку пули? Нажми на нее. Давайте, ребята, будем специально вот так вот покликивать на нее, чтобы он подумал, что мы реально новичок. Так. О, получается. Так, так, ребята, так. Так, что дальше? Так, давайте посмотрим, что он будет писать дальше. Так, вот будем давайте вот так вот кликать, кликать. Так, ребята, кликать. Так, он пока молчит. И видишь такой кубик. Да, ребята, да, он, походу, имеет в виду предметы. И поэтому давайте прямо сейчас заспавним предмет. Так, давайте заспавним. Наведись. Так, что теперь? Наведись и нажми на него. Так, давайте тогда возьмем и просто вот так вот попрыгаем. Так, давайте вот так вот попрыгаем, ребята. Ну и на этом, в принципе, это задание можно окончить. Пасхалка. В общем-то, вот такое вот было видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. С вами был Ник37К. Всем удачи, всем пока.